Бритва 6-4 выбрался с территории противника. Тем временем агент Майк Родригес получил ценную информацию о том, что в одном из лагерей противника находятся схемы ядерной боеголовки. Сержант Тайлер Уэллс отправляется вместе с Родригесом, чтобы выкрасть эти схемы из лап врага. На позиции. Ушки на макушке. Я проведу тебя через территорию противника. Чтобы попасть в лагерь, тебе нужно протопать по дороге 3 клика. Не зевай, там патрули и вообще противник. Вперед. Вижу противника по ту сторону моста. Разберись с этим. Неплохо, неплохо. Пошли дальше. Escucha. No. Escúchame tú. No lo sabía. ¿Cómo ibas a verlo? No, no me lo dijeron. Lo juro por la tumba de mi madre. ¿Qué? Debes estar loco para creerte esa mierda. Ok, tranquilo. Yo sí. Sí, estoy muy tranquilo. Llámame cuando llegue. ¡On gato! Этот мост выглядит не особо прочным. Осторожнее. Поднимись на вышку. Отличная снайперская позиция. Оттуда зачисти сектор.
Стоять! В доме движения. Расчисти путь, прежде чем идти дальше. Достаточно хороший обзор. Я сейчас поменяю позицию, а затем проведу тебя через деревню. Сектор чист. Можешь двигаться. Я вернулся. Продолжаем. Не шуми и будь осторожнее. Твоя цель в дальнем восточном углу деревни. Избегай контакта. Здесь слишком много врагов, чтобы бросаться в бой. Quizá tengas razón. Qué buen tiempo hace. Sí, muy bueno. ¿Tienes el paquete? Sí, lo recogí ayer. Bien. На холме прямо перед тобой. Будь осторожен. Отличная работа. Дождись загрузки файлов и выбирайся оттуда. Черт, кто-то идет. Хватай диски, убирайся скорее. Давай, давай. Не останавливайся. Есть. Теперь убирайся оттуда. Через поле. Бегом. Тебя обнаружили. Выбирайся отсюда скорее. У тебя на тебе. Скорее! Рад, что ты уцелел. Я сомневался, что ты справишься.
Прогулочка была та еще. Вот то, зачем мы здесь. Хорошая работа. Скажи, ты поддавался когда-нибудь искушению? Знаешь, сколько могут стоить на черном рынке схемы ядерной боеголовки? Куда больше, чем пенсия от правительства. Вполне достаточно, чтобы я передумал. Предатель хренов. Ну-ну, не нужно оскорблений. Капитан, оттащите его поглубже в лес и пристрелите его. Я выйду на связь, когда получу деньги.